привет, дорогие друзья, вы на канале Николай. Ребята, всем привет. Сегодня у нас будет киндер-сюрприз. Коленька, посмотри, что под елочкой. Ух ты, что это такое, Коля? Киндер-яйцо. Это киндер-макси. Новогоднее яичко. Ну что, давай открывать? Да. Давай. Сегодня у нас настоящая распаковка киндер-яйца. Помочь? Спасибо. Что же там может быть, сынок? Не знаю. Давай посмотрим. Это всегда так волнительно, когда открываешь киндер-яйцо. Коля, ты что там открываешь? О! О! Так. Давай шоколад сюда положим в тарелку. Откроешь? Так, открываем. Аккуратно, да, нужно открыть? Угу. Оп! Па-бам! Какой же это сюрприз? Ну что там? Оба-на! Это что такое, Коля? Это домик? Да, вот показать какие-то конструкторы. Есть еще наборы. Вот такой у меня был. Так, давайте посмотрим. Смотрите, ребята, это у нас снежная серия Kinder Maxi, и нам попался домик. Слушайте, это целый конструктор. Вот такой у меня тоже. Каток, да? Да. Так, ну что, давай это убирать, ну давай собирать. Коль, стенку бери и собирай ее с торцом. Вот торец бери и две стеночки бери. Вот так. Дальше что, нужно пол поставить. Сюда. Пазы, видишь, он должен зайти? Угу. Так, и теперь другой торец. Где он у нас? Это у нас будка для собачки, да? Так, так, и так, вот у нас такой дом получился, без крыши. Теперь что, нам нужно туда поставить крышу, надо поставить. Можно? О, давай крышу сам ставь. 1, 2, 3, 4, 5, 6 карточек. Вот, сейчас мы их с тобой спрячем, будь здоров. Вот сюда спрячем, видишь, в доме. Карточки собачки их будет охранять. Теперь одевай дом. Дом. Так, и собачку сверху поставим, она будет охранять. Вот так. Видишь? И теперь нужно дверь нам наклеить. Наклей, да? Вот она, дверь. Давай мы аккуратненько ее наклеим. Вот, берем наклейку черную. Стикерс. Да? И аккуратно клеим ее. Вот, такой у нас вход получился. Смотри, да? Вход для собачки. Что нужно? А ты можешь белый листочек принести? Я тебе покажу, что нужно делать. Белый листочек и ручку, и карандаши принеси, хорошо? Так, доставай одну карточку, одну. Так, теперь смотри. Берем эту карточку, вот у нас тут кто-то есть, да? И подкладываем ее под листочек, вот сюда вот, например. Так, теперь берем карандашик и начинаем вот так вот разрисовывать. Вот. И вот по периметру этой карточки разрисовываем. Вот такая фигурка получилась, видите? Сынок, тебе понравилось? Да. Теперь давайте следующий. Класс! Это что у тебя получился, кролик? Мальчик. Мальчик? Итак, поехали. Вообще-то у тебя такая же. Такая же девчонка? Прикольно, да? Вот такие вот классные фигурки. Раскраски. О, это собачка у нас. Вот она сверху, которая собачка с шарфиком. Классно. Ребята, вот такие картинки у нас получились с Колей. 6 разных картинок. Ну что, давай выбирать картинки снова в домик? Да, я уже и так. И собачка их будет охранять. Карандаши давай тоже уберем. Ну что, по-моему, неплохой сюрприз у нас получился, да? Угу. Посадил собачку охранять? Гав? Гав? Как собачка лает? Гав? Гав? Классный киндер. Ну что, Коль, что хочешь сказать? Давай. Давай. С наступившим Рождеством вас.
Хочу, чтобы у вас были такие желательные сюрпризики. Ну что ж, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока. Пожалей.